Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел в Люберцах. По традиции к мемориалу напротив главпочтамта, где в сталинские годы находилось здание НКВД, пришли потомки репрессированных, представители власти и общественных организаций. Портрет моего отца. Он в 41-м году был призван. Год воевал на Западном украинском фронте. Потом его осудили. Репрессировали за недонос о человеке, ну, красной армейце, который изменил родине. В Рыбинске он погиб от истощения. Вот так, беспричинно и жестоко, в годы сталинской диктатуры лишали жизни ни в чем не повинных людей. Миллионы репрессированных, сотни тысяч расстрелянных. Вместе с ними через страдания проходили их семьи, даже самых крохотных младенцев называли врагами народа. Сегодня эти люди, чье детство было омрачено страшными событиями, вспоминают своих родителей. Они даже не знают, где находится могила родных. Единственное, что осталось у потомков жертв политических репрессий, это память о своих близких. Виновных уже нет. Живых. Кому бы мы могли предъявить претензии? Судить их мы не имеем права и не можем. Пусть Господь Бог будет им судьей. Для того, чтобы у люберчан была возможность почтить память тех, кто не вернулся из сталинских застенков, на символическом месте, где раньше располагалось здание НКВД, в 2010 году открыли мемориал. С тех пор ежегодно здесь проводят траурные митинги. Главная задача, вот наша задача, все, кто проживает в современной России, чтобы больше такое не повторилось. Это основное и главное. Потому что те, кто ушел, их не вернешь. А можно только думать, догадываться, что переживали наши близкие, просто люди, которые попали в такую ловушку. Сегодня живым напоминанием о тех страницах российской истории являются дети репрессированных. Их в городском округе осталось немного – 371 человек. Они знают, каково это – жить при жестоком правительстве. Часто вспоминают те тяжкие годы и благодарят нынешнее руководство страны за мирную жизнь и за доброе отношение к себе. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.